Сегодня же США официально признали потери своего солдата на севере Сирии. Он погиб во время ударов с воздуха турецких самолетов. Судя по всему, для Госдепартамента тема эта не очень удобная. На вопросы журналистов, почему это произошло и на чьей стороне воевал американский военный, там ответили молчанием. Турция вчера совершила атаку на Мамбич. В ходе атаки погиб в том числе гражданин США. Американская страна ответит на это? И будет ли ответ, если такое повторится? Наша позиция состоит в том, что город Манбидж уже освобожден от ИГИЛ. Мы хотим фокусироваться на борьбе именно с этой группировкой и на тех территориях, которые все еще остаются оккупированными исламским государством. Мы также считаем, что все боевые действия на севере Сирии крайне сложны, и они должны быть хорошо скоординированы, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Мы не хотим эскалации на местах. Поэтому мы поддерживаем связь с Турцией по поводу ситуации на севере Сирии. И мы вместе думаем, как улучшить координацию в этом районе. Говоря о гибели американского гражданина, могу сказать только, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии. Его личные данные я сообщить не готов. Во-первых, из-за действия закона о защите персональных данных, а во-вторых, просто потому, что не всегда возможно оперативно установить имена погибших в боях в Сирии. Вы могли бы уточнить, где он именно был убит? Um, I, I that... И мне и вам известно, что в районе Эльбаба. Дополнительные подробности сообщить, к сожалению, не могу.